Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на нашем канале. Сегодня опять получил посылочку. Давайте посмотрим, что интересного в ней есть. Так, посылочку я получил с интернет-магазина «Закваска». Значит, ссылочка на этот интернет-магазин будет под описанием к этому видео. Значит, есть краситель, натуральный краситель для сыра «Аната». Покрытие для сыра «Водная дисперсия. Хранить при температуре не ниже 4 градусов. Срок годности до 2020 года. 250 грамм». В инструкции пишется, что это на 20 килограмм сыра, при условии, если это большие головки. Если маленькие, будет на меньше. Но насколько хватит, будет видно у нас по практике. Так, и теперь мы... Вот, кстати, интернет-магазин. Ссылочку на этот оставлю в описании к этому видео. Значит, что мы имеем? Так, это, я так подозреваю, подарок от интернет-магазина. Потому что этот закваску на сыр ля бан я не заказывал. Ну, вот смайлик, это, наверное, подарок. Дальше, значит, сливочный сыр, закваска и фермент, сыр львовский, значит, закваска и фермент, значит, сыр домашний. Сыр домашний — это самый быстрый твердый сыр. Доспевает в течение 5 дней. Особенность, почему он так быстро доспевает, это особая какая-то закваска. Владельцы интернет-магазина об этом скрывают, потому что больше нигде закваску к сыру домашнему нельзя приобрести. 5 заказываете, 5 заквасок на 10 литров, 10-12, один идет в подарок. Густой йогурт. Йогурт, который есть очень густой. То есть, если вы видели в предыдущих видео, если нет, посмотрите, как я делал йогурт. Био-йогурт. Это очень густой йогурт, с которого можно делать также и мороженое. Ряженка. И био-сметана. Во всем интернет-магазине есть такая акция. Если заказываете 5 штук, одной закваски один подарок. Значит, закваски необходимо хранить в морозилке, а фермент в холодильнике. Вот такая посылочка. Поэтому ждите скоро на нашем канале появятся рецепты приготовления этих сыров, сметаны, ряженки, йогурта. Подписывайтесь на канал, будет очень интересно. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить видео. Пишите в комментариях свои мысли. До встречи в следующих видео. Да, подпишитесь, не забудьте. До свидания.